привычка оглядываться, как в шутерах. Хотя здесь никого нет. Ёлка выросла. Да, правда. Нет, тут еще травка тут появилась. Так, заодно. Криво поставил, вроде. Сейчас посмотрим. Ну, нормально. Блин, волна уже. Надо срочно делать уран. Срочно, срочно. Зараза. Ой, через контейнер он не работает. Не хочет. Вот я наперерабатывал вот этих фигурин. Это у нас кобальт какой-то. Не хватит, наверное. Опа! Что такое? Сразу. Застрял. Это баг игры. Это баг игры. Это точно. Пипец. Не отдает мне урон. А вот если так. А, так можно. Дает уран, сволочь. Делай. Нехорошо работает эта штука. Мне 10 штук надо. Вот 10 есть. Ну, пусть 11. Уран ограниченный материал.
Нет месторождения. А вот бага мудры испарился вообще. Эту штучку сделаем. И две такие надо еще. Их две надо, а у меня только одна получится. Одна получится. Вот и привет. Все. А их надо две. Сейчас еще пойду за ураном. Хотя каток сделаю. Что не сделать каток? Что там надо? Закрепить рецепт. 10 шестеренок. Ё-моё, успею, успею. Нет, а вдруг его смоет. Потом сделаю. Ой. Вылечился. И так живенько становится. Травка зеленая. Сейчас все снимают. Елки снимают, оказывается. Чего? Блин. Попробую на этих покататься. Ай, выходим от
заканчивается. Мне же еще полетать надо. А где я буду делать-то? Ой, где я буду брать уран? Опачки. Давай вот так переложим. Ядерной энергии. Так что ли? Транспортная платформа. Да, так солидней. Только фиг на нее. Она маленькая. Ой. Будем уран искать еще. Не забыть бы, где корабль. И летает прикольно. Не тупо как. Как в других играх. Необычно. Туда плечу. Жаль, что батарея, блин, разряжается. Это же не очень правильно. Месторождения тут нет. Ой-ой-ой. Ой, блин. Алло. Вернись ко мне. Давай, только не в море. Стопы. Очень мало урана, очень мало. Да и здесь я уже собирал. А тут несчастный уран пропал. Вот целая пещера была урана. И все, нет теперь. Заново играть теперь сначала.
Блин. Надо запомнить это место. Я вернусь еще. Выкинуть ничего нельзя. Можно. Можно не выкинуть, что-нибудь построить тогда. Что я могу построить? Я могу площадочку построить. Потратить весь цемент. Он же тратит цемент, который на базе, ой, на складе. Ладно, я так для ориентира поставлю. Потом я сюда прилечу. Приземлюсь тут. Должно быть красиво. Кстати, вот цемент уменьшается. Много строить, тогда потрачу вот этот цемент. Цемент не успевает наполниться. Сейчас потрачу. Еще не хватит. Здесь уже потратился.
сойдет. Круто, урана больше нет, а площадка осталась. Да. Вот здесь красивая пещера. Нормально. Там вон еще что-то зелененькое. Штучек могу еще взять. На корабль-то где? Вон. Успею. Можно его управлять. Контрол. Начало было нормально. Начало. Сейчас что-то не очень. Немного потратил. А может, он регенерируется? Ладно. Кривовато приземлился. Ёлка осталась. И зелень осталась. Только надо будет ветряков сделать. Кстати, здесь можно было потратить это. Пусть ветряки красиво теперь стоят. Вместе с елкой. Стержней нет. Шестеренки. Шестеренки были вот. Тоже не надо.
этот есть на складе, поэтому его в отдельный шкафчик положу. Он со склада все равно берется. Оператор не работает. Я не могу один склад наполнить и щитками, и стержнями. И сепаратор на три разводит потока железа. А мне там надо на складе 6 ячеек или 5. Я ума не приложу, где я потом буду брать этот уран. Вот он закончится, и что, можно уже не играть или заново играть? Вроде он емкий, но все равно закончится. Хватает. Отдай пока. Короче, у меня 9. Надо 10. Комар залетел. Вот этого я могу много сделать. Просто офигище. Пусть будет. Да, так, кстати, он-то и тратится. Вот. Я думал, для него нужен уран, для него не нужен.
раз вообще не тратится. Сейчас проверим. Самые ёмкие закидывать. Да. Принципе, космический корабль. Нет, с высоты не полетит. Да. Уранного стержня не полетит точно. 100 энергии дает, а этот дает 10 000. Вот так вот. Все ясно. Штучки хватит. Машинка тоже прикольная. Вот, ей хватает, короче, на 6 минут. Ну, 6 минут не особо. Я вылез. Мышкой тоже надо. Мышкой тоже надо чуть-чуть помогать. Вот, написано 300 минут я могу летать. Минут.
кажется, я уже особо много не найду тут. Ни урана. Ничего. Смогу сделать, если волна приплывет. Нашел 5 штучек. Хотя бы полную версию игры. Думаю, очень интересно будет. Еще же на этой демо-версии есть другие планеты вроде. Попробую на других выжить. Здесь я уже не знаю, что надо делать. А, ну вот у меня есть задание. Следующая цель. Место запуска ракеты. О, мне надо эти балки сделать из базальта. Вот. Еще есть что делать. Так что не заканчиваю еще играть. Стой, зараза! Ай! Да что делать-то? Пропахло тут. Я понял, тут вертолетное управление. Вот это.
Фолика могу пригласить. Он, видимо, поставил эту игру. Здесь я потом все подправлю. Ой, все такое, блин, зеленое. Кризис перепроизводства. Ну что, поехали. Дай 10. Ага, все. Ну ладно. И мне надо будет строить. Ой, не из этого, из вот этого базальтовый бетон. Базальтовый бетон нужен теперь. Четвертое можно тут бетон. Блин, криво. Базальтовый бетон. Третью. Пошел бетон базальтовый. Базальт же нужен, алё. Ладно. Базальт. Где этот базальт? Кварц, медь, кобальт, железо, железо. Железо. А где базальт-то? Базальт. Не понял. Что надо? Базальт. Ты его видел?
Так, ну эту штучку мы на склад отправим. Ой, что ты делаешь? Сейчас смоет все. Все зелененькое. Офигенное. Блин, стержней не наделал. Разберусь с питанием, еще запишу видосик.